Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим подъемные ворота типа книжка. Очень часто обращаются ко мне люди, которые хотят сделать подъемные ворота очень большой высоты. Скажем так, все, что больше 2800-3 метра, это высокие большие ворота. Вот, допустим, эти были 3 метра высотой и 5 метров шириной. Сделать их просто в щитовом варианте, то есть когда у нас это одна створка, и мы ее поднимаем кверху, всегда тяжело, потому что вес большой, площадь большая, ну это всегда проблема. Для этого, если вы заметили в интернете, в ютубе, вот везде, все большие ангарные ворота сделаны именно по принципу книжки. Таким образом у нас отпадает проблема с поднятием большого веса, потому что половина веса у нас уже закреплена на вот этой несущей раме вверху. Что, конечно, радует. Дальше. Вот эти ворота существуют в двух вариантах. Как видите, здесь у нас створки неравной длины. То есть одна у нас створка двухметровая в данном случае, что позволяет сюда поставить, кстати, калитку легко. А вторая створка метровая. Они разделены неравномерно, и ось, соответственно, ворот, вот она, видите, на расстоянии метра от земли. Это позволяет без проблем использовать для уравновешивания створок ворот противовесы. Вот когда ворота закрыты, противовес будет находиться в самом верху, как видите. Как только мы их открываем, допустим, ставим 90 градусов, вот они открылись, противовес опустится вот сюда вот вниз. Из-за того, что у нас есть запас метровый, то у нас как раз остается расстояние для того, чтобы на ход противовеса. То есть проблемы с тем, чтобы установить сюда противовес нужной длины, не возникает, потому что тут всегда у нас еще есть какой-то запас. Опять же, если ворота очень массивные, то есть противовес нужен большего размера, мы его можем сделать больше за счет того, что вот тут вот в верхней части, видите, стандартно стоит один ролик, шкив, через который перекинут с оси ворот трос, и он идет вниз сюда на противовес. Если нужно больший вес, мы противовес просто делаем такой более широкий, и сюда устанавливается еще один ролик дополнительно, чтобы отвести трос дальше. Вот и все. Вот это как раз вариант ворот, когда створки одной длины. Значит, в данной ситуации, видите, они разделены одинаково. И здесь возникает проблема с уравновешиванием, потому что вот в нижней части мы видим опять же этот подшипник наш направляющий. К нему зацеплен трос, соответственно, переброшен сюда через ролик. И при подъеме ворот возникает следующая ситуация. Вот, видите, они двигаются. 70 градусов, 90. И получается, что ход противовеса вниз будет равен высоте проема, высоте ворот. Противовес имеет какой-то размер. Естественно, он просто тупо упрется в землю. И вот в этом и есть проблема. Для этого приходится делать следующее. Вот, как видите, на примере ворот Арктика. Потому что схемы как бы ворот одинаковые. Противовесы, ролики, рама несущая. А проблема у этих систем одинакова, потому что движение створки, подъем створки равен ходу противовеса. Вот, когда у нас ворота поднялись вверх, противовесы должны опуститься вниз. Вот они, видите? То есть, когда ворота находятся в верхнем положении, противовесы подвешены вверху. Как только мы ворота подняли вверх, трос бежит сюда по роликам. Вот то, что я вам говорил. В данном случае очень массивные большие ворота. Вот трос перебрасывается через два ролика и зацепляется сюда вот за... В данном случае это короб для песка или щебня. Он объемнее получается. Вот, поэтому приходится делать больше. То есть вот и противовес пойдет вниз, как видите. Если бы мы его не зацепили выше, вот за счет вот этих вот рогов, как говорится, он бы уперся в землю. Пришлось бы делать какой-то либо приямок,
чтобы он опустился ниже пола, либо еще что-то. Ну, это не очень хорошо, не очень удобно. Поэтому вот такая вот ситуация с системой Арктика и с книжкой, когда у нее створки одинаковой длины. Далее рассмотрим устройство ворот, то есть, чтобы вы понимали, как это работает. Значит, все как обычно у меня конструкция, я стараюсь сделать на одной несущей раме. В данном случае она сделана из швеллера. Сама воротина может быть, как вы поняли, разных размеров, разной ширины, с дверкой, без дверки. Самое главное, что вот тут вот у нее устроены оси, вставлена специальная ось, за которую будет крепиться трос. Здесь идет подшипник, он ходит по направляющим вдоль вот этой вот вертикальной стойки. В верхней части устроены петли, на которых держатся ворота, прикреплены к лудке, и петли, которые держат между собой две воротины. Трос, который у нас там крепится к воротам, перебрасывается через вот этот шкив и крепится к противовесу. Противовес закрыт кожухами, как видите, его не видно, он никому не мешает, это хорошо, это безопасно. Сейчас, значит, успешно провел переговоры с бразильцами моими. Вот. И я готов поставлять моторы, двигатели для моторизации вот этих вот любых ворот с вертикальной направляющей. В данном случае это либо ворота-книжка, либо ворота-бразильская система и Арктика. Это все, суть одна. Вертикальная направляющая. И мотор этот устроен так, что он тянет вот за вот это вот место и поднимает вверх в них вниз ворота. Очень удобно, то есть там идут штатные моторы с брелками, с концевиками, быстрые, есть на разный рассчитанный вес ворот и тому подобное. Я отдельно покажу сейчас видео, тут же прицеплю по моторам. Вот этот привод, оцените. Сейчас вниз пойдет. По-моему, шикарно. Вот еще раз смотрим на весь экран. Видите, он даже замедляется вверху при подъеме. Да, yes. Так же самое он замедляется внизу. Чтобы вы понимали, вот эта фирма ППА, мотор этой фирмы, это одна из ведущих в Бразилии. Вообще Бразилия это двадцатка, входит в двадцатку ведущих экономик мира, то есть в БРИКС. Поэтому, ну, это качественная продукция, она ценится у них. Даже в Штатах есть. Моторы различаются по мощности, есть трехфазные, есть однофазные. Также меняется вот эта вот штанга, там внутри винт. Да? То есть фактически это винтовой домкрат, чтобы вы понимали. Вот. В зависимости от вот высоты этого винта, соответственно, подбирается под высоту ворот. Есть до 3 метров ворота и выше 3 метров даже есть вот эти штанги. То есть 1,55 м и длиннее, 2 метра есть даже. Вот. Так что, пожалуйста, обращайтесь, будем заказывать, будем устанавливать. Я думаю, это хорошее предложение. Показываю вам, как выглядит комплект поставки. То есть вот этот двигатель с направляющей, в который вложен, ну, винт, который поднимает ворота. Оно все поставляется в коробке, мотор и направляющая с винтом отдельно. То есть она может быть разной длины, вот допустим тут 3 метра, видите, может быть 1,5 метра, 2 метра, ну и от этого цена зависит. Тут можете почитать описание. Вот допустим этот привод до 480 кг поднимает ворота. Питание трехфазный мотор, 480 кг. Время открытия-закрытия 4 секунды. Вот, количество циклов в час 100, то есть это такое для нагруженных каких-то гаражей. А вот, для ворот высотой до 5,8 метров. Представляете, какая высота? То есть тут трехметровый вот этот вал идет. Описание, пульты, видеть командный центр, рычаги запирания с навесным замком. Смотрим, ну и посмотрим видео заодно. Разные виды приводов показывают на распашные ворота, на открытые.
обследования.